Оставить дурные привычки очень трудно. Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку в 1966 году, Америка участвовала во Вьетнамской войне, и многие американцы очень сильно подсели на наркотики. И правительство прилагало немало усилий, чтобы избавить людей от этой пагубной привычки, освободить их от наркотической зависимости. But they failed. Но ничего не получилось. Because they did not give people a positive alternative. Потому что они не предлагали людям никакой альтернативы, никакой позитивной замены. You can give up something inferior only if you get something superior. Вы можете отказаться от чего-то низшего, только если вы получите что-то лучшее, что-то высшее. So one day, the American officials came to meet Prabhupada. И однажды какие-то американские чиновники пришли на встречу со Шрилой Прабхупадой. We are trying our best to get our people off drugs. We have totally failed, even though we spend millions of dollars. И они сказали: мы тратим миллионы долларов, проводим разные программы для того, чтобы избавить людей от наркотиков, но у нас ничего не получается. But we see that you get people completely off drugs. Not spending any money. Но мы видим, что вам удалось добиться того, что люди полностью, ваши последователи полностью избавились от наркотиков, и вы даже не потратили никакие деньги на это. Papa said, because we're giving people a spiritual alternative. И Шрила Прабхупада сказал, причина в том, что мы даем людям духовную альтернативу.